Самый старый аксакал Дагестана, 116-летний Ислам Магомеджихадов, подписал петицию политика Яшина с требованием отставки Кадырова, и объяснил, почему это сделал. Аксакал сказал: «Никогда у нас на Кавказе не было царей, султанов, падишахов. Все мы решали общиной, всей уммой. Поэтому хоть я и очень уважаю Рамзана Ахматовича, но думаю, нам нужно вернуться к традициям. Конечно, я не чеченец, и это просто мое мнение, мнение глубокого старика. Всем мир, иншалла», — закончил Аксакал.